На конкурс дети читают стихи. Ульяна Гаврилова, 12 лет, Мария Л., поселок Солнечный. Юлия Друнина, «Бинты». Глаза бойца слезами налиты, лежит напружиненный и белый, а я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым. Одним движением, так учили нас, одним движением, только в этом жалость. Но, встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись лила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зло и повторяла: «Горе мне с тобою, так с каждым церемонится беда, да и ему лишь прибавляешь муки. Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты, как жалко, что науки доброты нельзя по книжкам научиться в школе.